Обалденная сегодня погода. 13 июня. Пляж Песчанка. Отсюда видно, что есть отдыхающие у моря. Люди купаются. В этой стороне тоже видно отдыхающих. Но сегодня у нас будний день, четверг. Вчера был День России, пляжи были битком, так как был выходной день. Забитые пляжи у нас в выходные дни. Особенно много людей на городском пляже, так как там уже почти закончена реконструкция. Над городом ни одного облака. Шикарный день. Приветствую, друзья. По вашей просьбе сегодня мы с вами прогуляемся. Я уже спускаюсь на песчаный пляж. Покажу его поближе. Посмотрим, сколько, как много людей отдыхает сегодня. Также посмотрим и на городской пляж. И меня просили показать несколько объектов, которые либо восстановились уже, либо все еще в процессе восстановления. Это начало песчаного пляжа, и здесь готовят зону для парковки. Это правильно, так как все ставят свои автомобили на песке. Есть отдыхающие, хоть и немного сегодня, но сегодня будний день. Сейчас около 2 часов дня. Очень жарко. Это опасное время для загара. Лучше всего отдыхать, загорать с утра и вечером. Меня просили показать дом по адресу проспект Адмирала Лунина, 23. И это он. Помните, я снимал этот объект, и мы с вами говорили о том, что балконы здесь были как голубятни. Так вот, все эти ужасные балконы демонтировали и устанавливают одинаковые. Фасад этого объекта уже изменился. И еще один объект по проспекту Адмирала Лунина, 13В. Итак, проспект Адмирала Лунина, 13В. Кто-то в комментариях, я видел, отвечал, что 3 дома здесь, включая этот, снесли. Так вот, миф развеян. Дом стоит на месте, фасад уже приведен в порядок, не считая балконы, точнее голубятни. Вот так выглядит двор напротив дома 13В. С левой стороны от этого дома 13А. Тоже фасад приведен уже в порядок. А также и подъезды. Зайдем в подъезд. Мы видим, что установлены новые двери в подъезд. Здесь был проведен ремонт. Даже лифт работает. А кто-то говорил, что этот дом снесли. Лифт все тот же грязный.
следующий, по-моему, номер 15. Я его уже тоже снимал несколько месяцев назад, и он выглядел намного хуже. Здесь тоже фасад уже привели в порядок. А это все тот же 13 В. Торец дома. Приветствую. Здравствуйте. Здесь везде ведутся восстановительные работы. Строители трудятся. Двухэтажные дома по проспекту Адмирала Лунина уже приведены в порядок. Итак, друзья, я нахожусь около судоремонтного завода. ЖД пути тянутся прямо к нему. И здесь городской пляж. Сейчас 3 часа дня. Мы видим, что отдыхающих достаточно, несмотря на то, что сегодня будний день. Люди загорают, купаются. Балдеют, одним словом. Да, на городском пляже намного больше отдыхающих сегодня. Меня часто спрашивают, а где люди? Люди на море. Ух ты, а это место вообще не узнать. Я уже рассказывал неоднократно, что здесь было болото. Камыши росли, заросли были густые. После каждого дождя здесь был потоп. И как стало сейчас? Обалденно. Здесь была Санта-Барбара раньше. Очень здорово все выглядит. Здесь устанавливают качели. Как же классно здесь все выглядит. Обалдеть. Я подошел сейчас к пирсу, и в прошлый раз, когда мы с вами здесь проходили, проводилась реконструкция этой локации. Посмотрите, как все выглядит теперь.
Строительные работы завершены. Здорово. Достаточно лавочек, спортивных и детских площадок, теневых зон, навесов таких от солнца, где можно спрятаться. Кстати, купаться запрещено. Недавно вышло такое постановление. Причины неизвестны. Есть несколько версий. Вроде как кто-то из детей напоролся в воде на арматуру. Но это не точно. Есть еще версии. При этом людей не остановить. Если мы хотим купаться, мы будем купаться. Веских причин на запрет мы не видим.